Вы сегодня сыграли отлично. Как вы довольны, что Вальда показал сегодня? Ну, мы довольны, что мы прошли дальше не в групповой стадии, а в этот. В 1/8 финала. Так что, конечно, довольны. Сыграли в Загребе хорошо. Здесь нам нужно было сыграть так же хорошо, но спокойно получилось. Какие ваши ожидания в этом сезоне? Что Варда может сделать? Посмотрим. А какие ваши желания? Желания всегда самые большие. Но посмотрим, что будет дальше. Не будем раскрывать все карты. Ну, хорошо. Слухи говорят, что вы уходите в следующем сезоне. Какой ваш комментарий? Слухи, вы правильно сказали. Слухи. Пока что это все слухи. И я ничего не могу сказать. Слухи. Вы правильно сказали. Слухи.